И в продолжении темы. Жители Фокино принимают подарки ко Дню защитника Отечества. С большим праздничным концертом в городском округе побывал ансамбль песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота. Выступление флотских артистов стало заметным событием в культурной жизни города. Выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота России на сцене Фокинского центра культуры и искусства «Спутник» само по себе уже праздник. Жители городского округа хорошо знакомы с творчеством флотских артистов и с радостью ждут каждой новой встречи. Очередной концерт, посвященный предстоящему празднику Дню защитника Отечества, стал настоящим подарком всем горожанам. Яркое театрализованное представление захватило внимание публики буквально с первого звука. Присягу дав однажды, выбрав путь, не сможете вы в сторону свернуть. И знайте, понятия такие есть, как совесть, родина и честь. Служу Отечеству не громкие слова, ни любовь, ни радость, ни сила, и гордость предков у нас всегда жила. Служить Отечеству на что перед Россией. В программу праздничного концерта вошли песни о море и военно-морском флоте, русские народные песни, песни героико-патриотической направленности. В этот день на сцене «Спутника» состоялась премьера песни «У памятника герою» о подвиге матроса Тихоокеанского флота Алдара Цадинжапова, который ценой собственной жизни предотвратил крупную аварию на военном корабле и спас экипаж эсминца «Быстрый» в составе 350 человек. Но ты не струсил, не сбежал. Тот миг, когда при огненной стихии такой неравный бой вступал. Достойный сын бурятского народа, любимый сын родной степной воды. Герой России, мы тобой гордимся. В исполнении вокальной группы ансамбля с новыми свежими интонациями прозвучала и знаменитая песня композитора Соловьева-Седова «Вечер на рейде». Написанная в блокадном Ленинграде в 1941 году, песня до сих пор находит отклик в сердцах слушателей, звучит тепло и задушевно. И, конечно, не обошелся концерт без визитной карточки творческого коллектива «Матросского яблочка». Танцы, которые никто в мире не может сплясать так весело и задорно, как русский морячок, и солисты танцевальной группы ансамбля «Песни и пляски» Краснознаменного Тихоокеанского флота России. Ансамбль песни и пляски ТОФ имеет неповторимый творческий облик, обладает своим креативным почерком. При этом продолжает лучшие художественно-исполнительские традиции русских, армейских и флотских коллективов. В составе флотского ансамбля оркестровая, вокальная и балетная группы. Над репертуаром, который постоянно обновляется, вместе с артистами работают профессиональные хормейстеры, режиссеры, балетмейстеры. Артисты постоянно гастролируют по родной стране за рубежом, в дальних морских походах сопровождают российские военные корабли. У нас всегда готовится новая программа, и в год у нас как минимум пополняется репертуар на произведения 5-6, а то и 10. Это и балетные постановки, хоровые, оркестровые. И сейчас с 2010 года проходит ежегодный всероссийский конкурс военных ансамблей. И
каждый ансамбль крупных соединений обязан показать новую программу. Поэтому хочешь или не хочешь, новую программу делать надо, и мы ее везем каждый раз новую на эти конкурсы. По завершении концерта от лица всех горожан артистов поблагодарил глава городского округа Александр Баранов. Он отметил высокий профессионализм музыкантов, замечательный репертуар и вручил художественному руководителю ансамбля Вениамину Царегородцу благодарственное письмо. У нас в городе Плотске мы с Плотом, несмотря на все перипетии, связи не теряем. Мы стараемся поддерживать отношения и хорошие дружеские связи и с командой флота, с командованием соединений и частей, которые здесь дислоцируются, в Владивостоке. Мы живем для нашего Отечества, для нашего флота. Флот, вот как сегодня показали, живет для нас, работает, творчество для нас, для фокинцев. Спасибо вам, Леонид Александрович, успехов вам! С благодарностью и небольшим сожалением о скоротечности прекрасного мгновения покидали зал зрителей в этот вечер. Эмоции настолько переполняли людей, что впечатлениями от увиденного торопился поделиться каждый. Правда, слов для выражения всей гаммы чувств находилось немного. Настолько мощным оказалось воздействие великой силы искусства. Замечательный концерт. Спасибо. Очень много позитивных эмоций. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень довольны, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. Приглашали бы побольше, а? Нас так мало культурных мероприятий. Слушали. Очень благодарны. Очень даже. Спасибо. Что большое. Понравилось? Все. Все понравилось. Буквально все. И танцы, и песни, и исполнители. Все понравилось. Спасибо большое. Слов нету. Молодцы ребята. До слез пробили. Конечно, это такая мощь, когда смотришь, настолько проникает в каждую клеточку организма, и настолько смотришь, слушаешь на этих ребят, и сразу думаешь, какая мощь нашего вооружения и вообще нашей страны. Гордость, восторг. Замечательно. Фокино – один из первых городов Приморья, где ансамбль песни и пляски ТОВ представил свою праздничную программу. Всего в преддверии праздника Дня защитника Отечества творческий коллектив проведет около 10 выступлений в воинских частях и на кораблях во Владивостоке и Приморском крае.